Всем привет, на связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. Давно мы не делали больших разборов. Ну что же, сегодня на операционном столе, шучу, на моем YouTube-канале Захаркин Крипта, Крипто Эмердженси. Ребятам исполнился ровно год, 15 июня 2022 года. Давайте все-таки поздравим ребят. Смотрите, вот они своим коллективом собрались. Офис, пожалуйста, это наша российская компания. Мне приятно, что именно наши ребята, да, из России, из СНГ, двигают эту отрасль. Так вот, для тех, кто здесь уже, ну скажем так, давно, я думаю, что вам нужно знать следующее. Я уже с ребятами общался, видел их лично на блокчейн Live в прошлом году. Я знаю, что ребята работают год. Большой дружной команды, это Ян Кривоносов, ну, конечно же, Дмитрий Белов, с кем я непосредственно общаюсь. Люди выкатили очень интересный проект Create to Earn, то есть креатив, создавай и зарабатывай. Ну, по факту это Ask to Earn, отвечай и зарабатывай. Но если мы будем выражаться грамотным языком, то все-таки это Create to Earn, создавай и зарабатывай. Поэтому, да, вот Crypto Emergency, ребята, которые делают тренды. Тренды 22, 23 и последующих годов, потому что есть четкая дорожная карта. Но обо всем по порядку. Перед тем, как мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта. Пожалуйста, поставьте колокольчики везде, чтобы не пропустить новое видео. И пересмотрите мои прошлые видео касаемо Crypto Emergency. Это весьма интересно. Сегодня мы будем рассматривать, как зарегистрироваться на платформе, сайты. Все расскажу, все покажу, про токен SEM расскажу. К вам только одно пожелание: будьте внимательны, все у вас будет хорошо. Итак, мы заходим на сайт. В принципе, уже видно, что он красочный, интересный. Видно, что над ним долго поработали. Сайт не написан на коленке. Классно, да? crypto-emergency.com. Я уже зарегистрировался, но я вам сейчас покажу, как это все сделать. Внизу у вас, пожалуйста, все социальные ресурсы, все социальные сети. Сразу можете перейти в профильный YouTube, куда нужно. Вот, пожалуйста, Crypto Emergency. Есть и другие социальные сети, другие социальные ресурсы. Telegram, русский, английский, Twitter, Discord, TikTok. Все есть, в общем, обязательно посмотрите. Мы идем снизу вверх. Здесь вы видите список обменных пунктов, где вы можете как раз обменять рубли там на криптовалюту. Ну, как пример. Дальше список бирж и сколько на них посетителей. Видите график, кто пришел, кто ушел. Можете, пожалуйста, да, воспользоваться, посмотреть. Вы видите вопросы-ответы. Можно поиск вопросов делать, например, криптовалюта. И все у вас здесь появится. Какие вопросы задавались по криптовалюте. Удобно? Я считаю, что удобно. Дальше лента пользователей, чаты сообщества, вопросы-ответы, крипто-новости. Все мы это посмотрим обязательно. Платформа будущего, мы объединяем людей по всему миру. Конечно же, есть контакты четкие. А нас, кто мы, наши цели, дорожная карта. Пожалуйста, все посмотрите. Ну и, конечно же, блог. Вот, Crypto Emergency Wallet. Разыгрываем стереотипы, а точнее разрываем. А я почему-то читаю «разыгрываем». Это все равно, что разительно блог будет отличаться от предыдущих. Масло масляное, но тем не менее. Разрываем стереотипы. Так, мой счет, только регистрация, туда-сюда. Угу, это вот была акция. Интересно. Видите, можно было 2.7 получить. А 7 это как раз Crypto Emergency монета, но обо всем по порядочку. Как раз сейчас там проходит определенная история, связанная с тем, что меняют старые токены на новые. Но об этом я тоже вам расскажу. Поэтому давайте сейчас двигаться максимально последовательно. Обратите внимание, здесь 9 языков как минимум. А так здесь ответы то ли на 60, то ли на 70 языках можно встретить. Что уже, в принципе, очень здорово, круто, интересно. И самое главное, последовательно. Вот давайте, допустим, English сделаем. Либо мы сделаем Spanish, испаньол. Обожаю этот язык, я его учил. Но все-таки вернемся к русскому языку. Все сделали. Дальше что? Нам нужно зарегистрироваться. Как это сделать? С регистрацией есть определенные нюансы. Я бы хотел вам их сразу показать. Поэтому давайте зарегистрируемся, ну, в каком-нибудь другом браузере. Например, в Google Chrome. Можно использовать почту, в принципе, и на Gmail, и на лист, и собачкамейл.ру, и Яндекс. Ну, многие рекомендуют использовать непосредственно почту от Gmail, но я на самом деле использую все. У меня на собачкалист.ру все нормально. Сейчас мы выберем русский язык, но в любом случае, да, если по-английски смотреть, login это уже вход, sign in это непосредственно регистрация. Давайте русский. Ждем, пока прогрузится страница. Если вход, то вы здесь уже заходите, авторизовываетесь. Но так как у вас нету еще аккаунта, и у меня здесь нет аккаунта именно на этом браузере, нажимаем на регистрацию либо по телефону, либо по имейлу. Здесь вводим свой имейл, здесь вводим пароль. Я согласен, нажимаем регистрация. Дальше нужно подтвердить свою почту. Вам приходит письмо на почту, и вам дается 20 секунд, чтобы перейти. Очень быстренько нужно это все сделать. То есть я сразу нажал. 20 секунд у меня отчет пошел. Я перехожу на почту. Мне даже не надо это все копировать. Нажимаю на перейти. И все, пожалуйста.
Вы прошли регистрацию, и это очень здорово, очень быстро. А, ссылка неверна или устарела? Почему? Потому что я уже ее прошел здесь. А у вас будет написано successful, а если все по-русски, типа вы молодец, у вас все хорошо, вы спокойненько перешли в Crypto Emergency. А теперь давайте зайдем в личный кабинет, как-то все выглядит. Но для начала завершим регистрацию. Ну, давайте я буду криптодепутат. Все-таки это мое погоняло. Так, криптодепутат. Ваш язык, ну, наверное, Russian Federation, русский. Страна, разумеется, Россия. И нажимаю на отправить. Так, криптодепутат. Видите, я тоже здесь первый раз. Дальше, мы можем обновить аватарку. Выберите фотографию, потому что профили с фотографиями, это называется заполненный профиль, и у него больше шансов получить здесь максимальные плюшки. Ну, давайте я какую-нибудь фотографию поставлю. Ну, например, вот эту. Не могу сказать, что она прям очень крутая, но давайте для начала пока что вот эту поставим. И здесь уже понятно, что человек, ну, как бы настоящий. А раз человек настоящий, значит, у него все довольно-таки неплохо. Дальше давайте смотреть, что здесь еще можно сделать. Так, криптодепутат, укажите статус. В любви. Давайте поприкалываемся. В любви к BTC и к крипте в целом. Опа, все, отлично, статус я сделал, записи не было. Так, если вот здесь слева направо по горизонтали и по центру будем двигаться. Где человек, плюсик, лента, записи у меня еще не было, ну как вы видите, окей, дальше. Здесь можно сделать поиск определенный и написать обо мне. Как это все сделать? Вот, мои интересы, видите, три точки. Добавить. Видите название? Фитнес. Обожаю качаться, но не надрываться. Физкультура. Это топ. То есть здесь можно заполнить, видите, фитнес. Места работы можно заполнить. Но так как пока места работы нет, мы все самозанятые, пока это заполнять не буду. Здесь можно заполнить о себе. Давайте, вот, например. Так. Крипто. Инвестор. Основатель. Легат. Бизнес-форум. Отправить. Опа, имя. Давайте напишем имя. Захаркин Руслан. Специализация. Криптоинвестор. Страна Россия. Город Москва. Дата рождения. Эх, помнить бы ее еще. Так, давайте мы сразу заполним с вами, потому что это очень важно. Хочу вам показать все от начала и до конца. Так, пролистываю. По-моему, я родился где-то в 90-х еще. Ну, допустим... Допустим, вот так. Там я уже не помню. Да, вот так вот. Зарегистрирован 15 июня 2022 года. Все, смотрите, я заполнил профиль, это уже хорошо. Вы обязательно тоже это сделайте. Ну, пока что я, может быть, не так полностью заполнил, но, тем не менее, это важнейший показатель того, что вы настоящий человек, и здесь с вами можно будет работать. Дальше нажимаем на знак вопроса здесь. Опачки. Заданные вопросы. Пока что я ни одного вопроса не задал, но ничего страшного. Дальше. Предложенные ответы. О, мне уже кто-то пишет, что типа, ну как там, Руслан, когда ты про Crypto Emergency расскажешь? Ну, скоро-скоро. Дальше. Подписчики. Записи пока не было. Друзья. Дальше что у нас? Добро пожаловать. За регистрацию получено. Так. А, за регистрацию на сайте получено. Да, все хорошо. Угу. Дальше. Социальные сети здесь можно прикрутить. Можно галерею добавить. Так, апдейтинг, это у нас уже скоро. Coming soon, это скоро. Так, ну давайте фотографию какую-нибудь добавим. Не знаю, свою, например. Так, какую бы фотографию добавить? Ну вот, например, из качалки. Галерея. Потому что я же тоже разный бываю. И в качалке, и в костюмчике. Все бывает. Так, ну может быть, вот такую еще фотографию. Все, видите, галерея, можно здесь добавить. Так, социальные сети. Вот видите, здесь такой карандашик, я на него нажимаю. И здесь можно добавить какие-то соцсети. Ну, например, YouTube я хочу добавить. Я вам показываю в качестве примера, как это все делается. Вы можете здесь делать все по своему образу и подобию. Так, выбираю YouTube. Название. YouTube-канал. Захаркин. Крипта. Все про инвестиции в криптовалюту. Все, добавил. Так, а здесь нужно ссылочку. Ссылочку указать. Опачки. Ну, давайте ссылочку такую поставим. Добавить.
Так, давайте подождем. Ага, отправить. Все, замечательно, отлично. Вот видите, у меня появилась как раз здесь первая соцсеть, YouTube канал Захаркин Крипта про инвестицию в криптовалюту. Мы можем добавить и какую-нибудь еще другую соцсеть, проблем-то в этом нет. Так, ну, например, какую мы еще добавим? Может быть, Инстаграм добавим? Ссылочку беру. Спокойненько иду обратно. Название Инстаграм. Моя повседневная жизнь плюс криптоопыт. Ссылочку вставляем. Добавить. Здесь мы на крестик нажимаем. Опачки, все, пожалуйста, две соцсети. YouTube канал и Instagram. Вот так вот заполняется карточка. Давайте дальше смотреть, что здесь происходит. Для начала посмотрим то, что в правой части экрана у вас, видите, где телефончик, люди и вопросы-ответы. Вот телефончик — это у нас ваши уведомления, награды, системные, что у вас, в принципе, здесь происходит. Дальше. Там, где у вас люди, мы ждем прогрузки. Это у нас пользователи. Вот, можем даже на кого-нибудь подписаться, найти друзей. Ну-ка. Не знаю, правда, еще никого. А, вот-вот-вот, знаю, Ян Кривоносов. Я имею в виду, как кто назвался, подписаться. Видите, можно вот так подписаться и написать в личку. Привет, Ян, из Москвы, с любовью, Захаркин. Ничего не подумайте, я единственный в России бьюти-блогер натурал. Так что все хорошо. Вот так вот профили у нас ищутся, да? Вот, эксперты, нажимаем вот сюда, правый верхний угол, эксперты. И здесь можно вот, например, Селена подписаться. Так, кто у нас здесь еще есть? Вот здесь 15 ответов, 19 подписчиков. Так, Дентро 23, давайте подпишусь. Так, кто еще? Кто тут был еще? Кого-то я знал, а может и не знал. Вот, Джон Шепард, давайте подпишемся, тоже можно ему написать. Ну вот, собственно, неплохо, да, давайте посмотрим страницу Яна Кривоносова. Так, написать, отписаться, отписываться не будем. Ведет все на регулярной основе. Привет, у нас сегодня день рождения, поздравляю. Вот видите, очень знакомая фотография, вы не находите? Вот, пожалуйста, Ян, да, здесь... А, вот здесь как раз есть определенный подкаст, можно все посмотреть. Пожалуйста, обо мне, год рождения, так, когда зарегистрирован, LinkedIn, так, что такое биткоин, вот человек отвечал на вопросы, это здорово, так, вернемся-ка назад. Так, кто подписан, друзья, найти друзей. Если мы нажмем непосредственно на вот этот вот кубок с крестиком, здесь у нас будет написано «Добро пожаловать», «Любопытство», «Ответчик», «Автор», «Тик-так». Что это значит? Это значит определенные статусы. Статусы в компании. Статусы непосредственно здесь, в криптоэмерженсе. Это значит, что человек отвечает на вопросы и добывает себе рейтинг. Это рейтинговая система, которая его выводит на новый уровень. Я считаю, что это здорово, это круто. Дальше. Социальные сети не прикручены, фотографии есть. Ну и вот апдейтинг, это уже скоро будет. Здесь уже рубрика, смотрите, правый верхний угол, вопросы-ответы. Давайте тоже зайдем. Она у нас пока что в разработке, но здесь все уже работает. Вы видели, да, вопросы? Я вам потом их покажу, где искать. Итак, еще раз вернемся непосредственно на мою страницу. Вот криптодепутат, лента моих друзей. Я могу здесь посмотреть. Я могу поставить здесь лайк. Раз лайк, два лайк, три лайк. Вот так вот я делаю людям активность. Комментарий можно написать. Давайте напишем «Поздравляю». Ура! Опа! И нажать на стрелочку. Вы не поверите, у меня даже мышка перестала работать. Вы можете себе представить? Мне сейчас придется ее выключать. Вытаскивать. Вот проводная — это лучше мышка. А вот криптоэмерженси работает. А мне вот так вот сейчас мучиться. Вот видите, я не теряюсь даже в таких случаях. Почему? Потому что меня в этой жизни уже мало что удивит. Я вижу, что бывают такие случаи, когда надо быстро что-то отремонтировать. Вот вам, пожалуйста, криптоэмерженси. Сейчас напишу, как мне можно... Так, ну-ка, работает. О, мышка заработала. Как мне можно быстро поменять батарейку в мышке? Поздравляю. И нажимаю вот сюда. Все, отлично, криптодепутат написал свой первый комментарий. А мы движемся дальше. Вертикальное меню слева. Раздел новости, лента ваших друзей. Назад. Нажимаем на плюсик «Создать новый пост». Ну, давайте создадим какой-нибудь пост. Вот я сейчас фотографию здесь выберу. Так, и текст. Давайте напишем текст. Поздравляю.
Так, главное правильно написать. Целый год. И уже столько успехов. Нажимаю создать. Вот она моя первая композиция, мой первый пост. И это действительно здорово. Дальше двигаем. Чаты. Какие здесь есть чаты? Чаты — это то, с кем вы общаетесь. Вот, пожалуйста, например, Ян. Скоро увидимся. В Турции. Ребят, надо срочно приглашать на Legat Business Forum. Дальше. Чаты мы посмотрели. Награды. Какие награды? У меня пока что наград нет. Это вот апдейтится. Почему? Потому что я только начал. Мне еще только создавать активности. Они здесь, безусловно, будут. Задания. Какие есть задания? Апдейтинг, coming soon, кошелек и непосредственно выход. Я могу выйти, но сейчас я этого делать не буду, потому что я хотел бы вам показать вот этот кошелек. Для того, чтобы вам показать, что это вообще такое и как здесь можно приобрести монеты, я зайду непосредственно там, где у меня уже есть кошелек MetaMask подключенный. Кстати, я думаю, вы обратили внимание, когда вы создавали непосредственно свой аккаунт, там мало только латинских букв, паролей и цифр. Вам еще нужно сделать какой-нибудь символ, и тогда все у вас будет хорошо, быстренько пройдете регистрацию. Так, сохранение логина пароля. Давайте сейчас перейдем. Я вам кое-что покажу. Вот, раздел кошелек, опять-таки вертикальное меню слева в вашем личном кабинете. Вы можете подключить MetaMask, нажимаете вот сюда, какой счет вы хотите подключить, нажимаете на «Далее», «Подключиться», «Подключение», MetaMask успешно подключен. Вот, пожалуйста. Что вы можете здесь делать? Перевести с кошелька непосредственно на сайт. Вот, смотрите, опачки. Перевод с сайта на кошелек – это одно, вот стрелочка вниз, а стрелочка наверх – вот туда. Здесь уже вы можете перевести с кошелька на счет сайта определенную сумму, например, там 1 BNB или больше, и дальше уже произвести change, exchange. Это у нас будет обменная операция. Все. Думаю, что вы прекрасно видите актуальный курс, сколько будет за монету SEM. Мой счет, у меня 2 монеты SEM за как раз непосредственно регистрацию. Мой счет BNB можно пополнить так, как я вам сейчас показал. Ну и, собственно говоря, все. Здесь очень просто. И еще хотел сказать, что сейчас идет смена старых монет, да, на новые. И, в принципе, очень интересная и выгодная история с точки зрения захода. Почему? Компания развивается, компании год. Я помню, какими они были год назад. Практически ничего у них не было. Ну, не год назад, а может быть, 9 месяцев назад, когда это было вот в октябре 2021 года. Когда у нас еще клуб Gypsy закрылся не в 3 ночи, а в 12:00 после блокчейн Live 2021. Я это хорошо прекрасно помню. И за год ребята поднялись, а по факту за эти 9 месяцев. И поднялись они очень сильно. Я вижу в этом определенный потенциал, потому что create to earn, создавай контент, там, отвечай на вопросы, развивай платформу и зарабатывай, это топовая история, потому что такие вот приложения, как Stepn, там, DogBoss, монеты и многие другие, которые показали хороший рост, хорошее комьюнити, ввиду того, что был тренд и тренд сохраняется. Они дали понять, что здесь можно делать такие же деньги и даже больше, потому что все больше и больше людей будут заходить в крипту. Уже сейчас-то примерно 330 миллионов человек в крипте, а у нас более 7 миллиардов населения. Потенциал огромный. Поэтому, пожалуйста, запомните вот этот вот раздел «Кошелек», и дальше уже здесь можно двигаться очень даже усиленно, очень даже круто и очень даже вкусно с точки зрения денежной системы. Теперь я предлагаю перейти на стартовую страницу сайта и еще раз ее посмотреть. Где увидеть ленту пользователей и ленту ваших друзей, я уже показал. Вот, пожалуйста, обратите внимание. Если мы смотрим на центр, вот написано «Лента пользователей». Дальше, чаты сообщества. Скоро тоже будет нормально работать, функционировать. Но, если вы уже кому-то написали, чат ваш будет работать. Вопросы и ответы. Здесь вы можете поиск вопроса сделать, поиск ответа, сортировать по дате, сортировать по языку, на котором там что-то отвечалось. Да? Вот, допустим, смотрите. Вопросы, ожидающие ответа. Здравствуйте, как получить обещанные 2 SEM? Ответить. Давайте я отвечу человеку, как получить. В принципе, человек уже ответил, но нехорошо, конечно, вот так вот сразу, да, копировать и отвечать людям, но давайте я чуть-чуть даже разверну, предложить ответ на вопрос. Просто, чтобы вы видели. Да простят меня на платформе, я не плагиачу. Я бы ответил точно так же. Добрый день. Как только вы зарегаетесь на платформе, в разделе Wallet, я так волнуюсь, когда пишу, кошелек,
у вас уже будет две монеты, Сэм. Это бонус за регистрацию. Посмотрите внимательно. И хорошего вам дня. Бонус бесплатный. И хорошего вам дня. Вот так вот. Это называется ответить. И я считаю, что я ответил более чем корректно. Нажимаю назад. В принципе, я могу и сам задать вопрос. Язык. Ваш вопрос. Расскажите, пожалуйста, какая эмиссия у криптовалюты Эфириум? Спасибо. Я, в принципе, знаю, какая эмиссия у криптовалюты Эфириум. Она не ограничена, но мне будет интересно узнать, какой мне дадут ответ. Уверен, абсолютно уверен, что люди дадут мне ответ в самое ближайшее время. Но пока что вот так вот сделаю. Просто вам показываю, как вы можете здесь задавать вопросы. Давайте еще раз назад вернемся. Можем посмотреть самые разные вопросы. Давайте уже посмотрим закрытые вопросы с лучшим ответом. Так, какие криптовалютные кошельки лучше всего использовать? Расскажите, как можно заработать больше Сэм. Так, добрый день. Скоро выйдет раздел с подробным описанием, как и за что можно получить Сэм. Ну, вот этот вот криптоэмерженси токен. Интересно, интересно. Так, здравствуйте. Если вы думаете, что Binance закроют в России, что делать, когда и так далее, и так далее. Если на Binance надают, то, конечно, закроют. Это может скоро произойти. Надо следить за новостями. Вот тоже, в принципе, хороший ответ. Но всегда нужно, в принципе, следить за новостями. Но я считаю, что здесь паниковать тоже не стоит. Я бы ответил точно так же. В общем, здесь вы можете просмотреть ответы на все вопросы. Это очень важно. Так, ну вот, например, мне, кстати, нравится вот этот вот человек, криптобухгалтер. Почему? Потому что интересный, элегантный ответ. Я уже просто по сайту немножко прошерстил, все это видел. Ну, собственно, вот такие вот дела. Что бы вам еще рассказать, дорогие друзья, коллеги, партнеры. Сайт новый, сайт хорошо функционирует, дизайн приятный. Скоро он будет еще как бы больше по популярности. Лента новостей, чаты сообщества, вопросы-ответы, крипто-новости. Ну, понятно, блокчейн, так, про ведущие, так, что концепция. Я так понимаю, что здесь у нас партнерский материал, это хорошо. Значит, крипто-эмерженси сейчас очень сильно давит, в том числе и на определенное партнерство, на коллаборации. Значит, сервис будет развиваться еще больше, потому что про них будут писать крипто-СМИ. А это важно. Create to earn. Создавай и зарабатывай. Вот как вы можете здесь зарабатывать. Отвечать на вопросы, рейтинг свой повышать и добывать монеты SEM. Crypto Emergency. Дальше список бирж. Смотрите, сразу можете перейти и начать торговать. Вот, пожалуйста, зарегистрируйтесь и начните торговать. Хотите хобби, нажмите на торговать. Смотрите, куда я нажимаю. Вот видите, да, Gate.io. Опа. И я здесь. Вы можете как раз зарегаться и спокойно там двигаться. Это список бирж. Дальше список обменных пунктов. X-Hub. Я сейчас говорю в качестве примера. Нажимаем на обменять. И здесь можно с банковской карты что-либо купить. Купить биткоин за биткоин. О, прикольно, прикольно, очень интересно. Или, например, ну давайте вот посмотрим BTC Sale. Так, что это такое? Тоже сейчас зарегается. Вот, так, отдаете такую-то сумму, получаете такую-то. Так, а если мы, допустим, отдадим, ну тот же самый Альфа-банк. Ну как пример, Альфа-банк. И я отдам, допустим, ну там 40 тысяч рублей. Сколько я получу USDT? Вот так вот я получу USDT, именно TRC20. Дальше нужно что сделать? Ввести email, номер карты, адрес USDT кошелька TRC20 на блокчейне Tron и нажать на перейти к оплате. Так мы, собственно, покупаем криптовалюту непосредственно с банковской карты. Все просто. Ну, пользователя раздел я вам уже тоже показывал, CryptoNews показывал. Значит, white paper, медиа нас, карьера. Если вы, допустим, хотите посмотреть для себя возможность трудоустройства непосредственно в данной компании, вы всегда можете посмотреть, в чем ваша сильная сторона, заполнить заявку, ну и дальше уже, конечно же, принять свое собственное взвешенное четкое решение работать в криптоотрасли. Контакты тоже все есть, можете написать обращение. Никакой здесь сложной какой-то вычурной истории нет, все это делается просто и понятно. Вот buy Sam. Можно сразу купить. Смотрите, как можно это сделать. Значит, здесь уже сразу показано, что вы можете подключить свой MetaMask. Ну и нажимаете на Buy Sam. Где можно купить? Можно купить непосредственно здесь.
на бирже PancakeSwap. Вот, допустим, у вас уже подключенный кошелек MetaMask. Я это уже показывал. Мы находимся с вами на Google Chrome. У меня здесь уже все как раз сделано. Допустим, на 1000 USDT вы купите 5210 SEM на сегодняшний день и час, когда я снимаю это видео. Ну и дальше уже нажимаете «Купить Connect Wallet». Но у меня сейчас нету USDT, но тем не менее это делается именно так. И для того, чтобы, если, допустим, сильно будете влиять на цену или кто-то будет влиять на цену, у вас есть такая фишка. Называется Slippage Tolerance. Это значит коэффициент проскальзывания. Нужно его делать побольше, хотя бы 1%, а в некоторых случаях от 5 до 10% для того, чтобы проскользнула транзакция. Это я вас уже учу непосредственно такой, скажем так, точечной работе, чтобы вы не боялись. Вот, собственно, такие дела, такая история. А теперь у нас есть уникальная возможность посмотреть собственный блокчейн. Блокчейн SEM, a platform for a project and application. Давайте мы сразу перейдем на русский язык. Cryptomergency – общедоступная блокчейн-платформа с открытым кодом, низкими комиссиями и отличной поддержкой продукта. Значит, наше преимущество. Одни из самых минимальных комиссий за газ, подтверждение транзакции 3 секунды, легкий и удобный выпуск смарт-контрактов токенов. Дальше, возможность создания NFT с дальнейшим размещением на нашем NFT-маркете. Вот, samnft.com. Простая интеграция со всеми криптокошельками, включая собственный кошелек samwallet.com. Ну, разумеется, я буду пользоваться и этой темой, и своим любимым метамаском. Дальше, проекты-стартапы, выпустившие смарт-контракты, токены на нашем блокчейне, смогут воспользоваться нашим swap, samswap.com. Блокчейн CryptoEmergency может использоваться в разнообразных секторах экономики, начиная с виртуальных активов и заканчивая крупным производством или малым бизнесом. Токеномика, смотрите. Значит, IEO 40%, Team 20%, Reserve 20%, Investors 15%, Charity 3% и Bounty программа, когда за определенные действия токены даются, это у нас 2%. Значит, наши социальные сети, социальные ресурсы, все это есть. Давайте попробуем выделить ключевые моменты. Это качество, взаимодействие, экономия и контакты, разумеется. Так, SamSwap, SamNFT, SamWallet. Вот они все сервисы, пожалуйста, да, мы заходим на сайт SamWallet, вот так вот он будет выглядеть. Здесь скоро появится дополнительная информация, нужно отслеживать. SamNFT будет выглядеть вот так, это отдельные сайты, подчеркиваю, это не все в одном сайте, это отдельные сайты. И SamSwap, вот так вот, то есть мы скоро уже увидим, как это все будет действовать, как это все будет работать. Поэтому я вам рекомендую все ссылочки использовать в описании под видео, посмотреть. А мы возвращаемся непосредственно на основное меню и основную платформу CryptoEmergency. А теперь давайте на чистоту. Для того, чтобы вы были в курсе всех событий, как здесь вообще в принципе все обстоит, давайте еще раз я подытожу определенные факты. 9 языков, а ответы на 60 языках, что очень даже круто. То есть сайт уже на 9 языков, он переведен. Регистрация на платформе очень простая, очень быстрая. Вы все видели, как бы, да, вот в этом маленьком обзоре, ничего сложного. Дальше я показал вам, как вам в принципе двигаться в личном кабинете, как создать, заполнить профиль, как там написать первый пост, лайк поставить, кому-то в личку написать. Все это очень просто. Платформа CryptoEmergency — это, можно сказать, скорая помощь на такие вот случаи, когда у вас есть очень большие какие-то вопросы и вы хотите компетентных ответов, самое главное, чтобы они были разные, и вы уже потом будете выбирать лучший ответ. Далее я показал вам, что в принципе есть на сайте, включая криптовалютные биржи и, конечно же, обменные пункты, новостной раздел. Много что будет добавляться в дальнейшем и так далее, и так далее. Сайт проекта, да, и вот этот блокчейн, уже все работает. В данный момент, как я вам уже говорил, происходит обмен старых токенов на новые токены. Дальше. Три очень интересных преимущества, конечно же, есть, да. Прям очень больших преимуществ, потому что есть и другие, но все же, давайте прям точечно пройдемся. Это, конечно же, низкие комиссии. Дальше у нас подтверждение транзакции всего лишь за 3 секунды и легкий и удобный выпуск смарт-контрактов. Я вообще молчу, в принципе, про возможность создания NFT и другие какие-то плюшки, да. В дальнейшем, я думаю, что я еще и на своем YouTube-канале это все буду рассказывать, потому что в одном видео рассказать про все это, в принципе, невозможно. Поэтому токены, выпущенные как раз с использованием смарт-контрактов на вот этом вот блокчейне, своем собственном, имеют возможность использовать их не свап. Свап – это обмен, и это здорово. Еще раз говорю, что ребятам 15 июня 2022 года исполнился ровно год, и они уже очень сильно продвинулись. И мне это искренне, вот как человеку, который, ну, следит за криптоотраслью с августа 2018 года, очень даже нравится.
Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта, пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и давайте с вами вместе подумаем над самой главной задачей. Как мы с вами можем зарабатывать на самых разных рынках, на растущем, на падающем, с точки зрения Crypto-Earn? Я других платформ таких особо не видел. Stepn мы сейчас не берем в расчет. Он, конечно, хорошо взлетел, а теперь падает. Но здесь вопросы люди будут задавать всегда. Почему? Потому что каждый раз что-то непонятно. И здесь вы можете добывать. Вот, за регистрацию уже 2 сэм, что уже неплохо. У меня уже 0,36 центов, только за то, что я зарегистрировался. Только за то, что я как раз на платформе. 2. Можно приобрести больше. И понятное дело, что здесь токен может вырасти очень даже неплохо. И он уже торгуется на DeFi бирже PancakeSwap. Самое главное иметь USDT, и дальше уже можно спокойненько обменивать. Несмотря на то, что на рынке сейчас какой-то не то чтобы bullrun, а наоборот все летит там то вниз, то вверх, то вообще непонятно в боковике. Верьте в крипту, верьте в себя, но не теряйте голову. Только свободный капитал можно инвестировать в крипту, никаких кредитов нельзя. Только умная голова, холодная голова, расчетливая голова, и тогда все будет налаживаться и в мире, и у вас, и в семье, и в вашей команде. Добра, тепла, энергии. На связи был Руслан Захаркин. И еще, чуть не забыл, подписывайтесь на все мои ресурсы и на ресурсы Crypto Emergency. Все ссылки будут в описании. Три причины подписаться. Первое. Будете меня лицезреть и Crypto Emergency. Второе. Будете знать крутые акции. И третье. Будете знать, на чем зарабатывать в Crypto Emergency. А это немаловажно.